В этом уроке я вам расскажу, как покрыть картинку прозрачной плиткой. Этот привлекательный эффект должен в конечном итоге выглядеть вот как эта картинка у вас на экране. Открываем любую фотографию. Дублируем слой. На дублированном слое меняем режим наложения на перекрытие. Затем в фильтрах выбираем оформление мозаика. Здесь размер ячейки зависит от вас, какой вы хотите. Желательно выбрать средний размер. Может быть 15, 20. Затем выбираем фильтр. Усиление резкости. И еще раз. Усиление резкости. Этот фильтр можно повторить несколько раз, чтобы добиться желаемого результата. Как видите, чем больше раз мы его применяем, тем больше и резче становятся квадратики. Картинка практически готова. Вы можете немножко поиграть с цветами, а также с перекрытием можете поменять на мягкий цвет. Это уже по желанию.